Це мистецтво називають художнім і високофілігранним. Мистецтво, зауважте. А інші говорять про нього як про ремесло. От сьогодні будемо розбиратися з моєю гостею, що ж це таке, це мистецтво чи ремесло, флористика. І сьогодні в нашій студії майстер-флорист Олена Дікалова. Я вітаю вас і я вам дуже вдячна, бо знаю, що ви, як називається, з корабля на бал. Ви щойно прилетіли з такої, я б сказала, з такого конкурсного туру і от в нашій студії. Ну і з такими взагалі красивими експонатами. Що будемо робити, по-перше? Сегодня, добрый день. Сегодня я хотела всем показать, как можно сделать обычный букет, с которым можно пойти в гости, который можно сделать ребенку в школу, и вообще, который можно сделать для себя, для души. Ну, от ви говорите, звичайний букет, квіти, з одного боку звичайні, і такі навіть, і польові, да? І на городі іноді десь можна знайти. Да, здесь много цветов, которые я у себя на огороде срезала. Так, от які квіти потрібні? Ну, це живі. Да, это все живые цветы. Живі. Так. Самое главное для создания букета – нужно желание и хорошее настроение. И здесь уже, какие цветы вы выберете, это абсолютно все равно. Здесь у себя на огороде я срезала седум. Угу. Бурьяны, да. Надеюсь, ну, это не бурьян, но так. Вот здесь у меня есть мята. Здесь у меня есть цветочки хосты. Так. Это то, что можно, то, что растет на огороде. Солидага. Це вообще бурьян. Да, да, це солідага – це вообще бурьян, который везде растет. Це горошок, як кажуть, да. Дальше. Ага. Здесь у меня есть петрушка. Це вже така вже старенька петрушка, да, що вона вже перезріла. Ну, да, вона вже чуть-чуть перезріла. Так. Ну і, скажем так, для красоти і ізиска я хочу добавить в этот букет хризантеми. Это хризантеми, вирощені в Голландії. Здесь несколько сортов и видов этих хризантем. Ну и как раз у нас получится очень такой осенний букет. Хотя считается хризантема цветок осенний, но здесь вот есть новый сорт Кэнди. Угу. Она получается как ромашка. И в принципе очень красиво смотрится. Знаете, вот вы когда тримаете эту гілочку, вот я на неї с самого початку подивилася, и мне здалося, что она не натуральна, не природня, она абсолютно живая. Живая. Дивіться, вот знаете, так... Даже пахнет очень вкусно. Так, так. И когда ты тримаешь в руках, ты розумієш, что она жива, однак выглядит так, как будто то штучна квітка. Який принцип от, взагалі складання такого роду букетів? В принципе, букет можно сложить и без каркаса. Для этого мы берем... Оцей каркас, это да. Что-то очень интересное. Как гнездечко такое, знаете? Что это? Каркас для того, чтобы букет сделать более интересным и, скажем, более индивидуальным. Потому что у каждого мастера каркас получается свой. Здесь я насобирала, у меня тоже в огороде растет девичий виноград. И когда он, я обрезаю лишние ветки, я чищу листья, я просто скручиваю в такие... Не знаю, как это назвать, колечки. То есть не спалюєте, не викидаєте, не в компостну яму, нет, да? Нет. А це все, от я тепер зрозуміла, чим флорист відрізняється від звичайної людини. Те, що є, все треба знайти, як його примінити. Обязательно, обязательно. В природі нет нічого такого, що могло би не пригодиться. Флористу, потому что абсолютно со всего, из любого материала можно сделать прекрасные композиции. Это особенность флористов. Знаете, вот вы хоть и будете говорить, что флористики можно будь-кого научить, однако мне кажется, что справжнім майстром, флористом може стати дуже особлива людина, бо те, що звичайна людина пройде мимо і навіть і не помітить, то от флорист уже бачить тут цілу композицію, а потім ще й виграє на всесвітніх міжнародних конкурсах. До речі, похваліться. А то ви так скромно стоїте. Ну, це була, якщо чесно, неожиданная победа. Ми їхали на фестиваль Ленд-Арта в Швецію, і потім оказалось, що, оказывается, це не просто фестиваль, а конкурс. И, конечно, было очень приятно, что именно в Швеции, в стране дизайна, наш дизайн был выбран одним из лучших. Ленд-арт – это немножко другое искусство, то есть это уже, скажем так, как более элитарное искусство во флористике, там, где практически нет цветов. То есть все делается из природного материала, натурального. Листья, ветки, мох, не знаю, ну все, что можно найти в лесу.
И из этого же треба сделать и створить ту красоту. Из этого нужно сделать какие-то вот большие красивые объекты. И самое главное, не применять именно таких искусственных материалов. Даже проволока – это тоже тот материал, который не перегнивает. И поэтому, если мы что-то связываем, то это нужно делать именно бечевками, которые натуральные, потом перегниют. Ага, так да, да. Это для того, чтобы не навредить природе, да. Чтобы вот этот объект стоит в природе, потом со временем он сам по себе там распадется, перегниет и не будет никакого вреда. Вот в чем заключается именно, знаете, такая вот философия ландарта. Философія. А я вот хочу, знаете, щоб це вже було зрозуміло, от як ми говоримо, да, що флористика – це мистецтво і ремесло. От для того, щоб ви зрозуміли. Як це з цього фестивалю, спогади, як проводить свій час учасник ландарту? Він їсть, спить і важко працює. Два чи три дні він збирає гілки, два чи три дні складає ці гілки, щоб потім насолоджуватися результатом. От, да, от така от, ну, дійсно ремісницька праця. Тобто ти ходиш, все збираєш, потім все це чистиш, сушиш, потім складаєш. Совершенно правильно. Це не з цвіточками працювати. Да, совершенно правильно. Флористика – это прежде всего ремесло. Недаром именно вот, там, звание мастера-флориста выдается именно международной палатой ремесленников. Самые ремесленники. Да. Но, опять-таки, в зависимости от того, чего хочет достичь тот или иной мастер, это ремесло прекрасно может стать искусством, потому что тот же ландарт – это уже признанное искусство. От поки ми з вами говоримо, да, от пані Олена якось так тишком-нишком, тихенько, а вже там з цих дротиків наплела там цілу сіточку, і сюди ви вставляєте тепер от гілочки квітів і, ну, не знаю, це кущик якийсь, да? Кущик, це, да, це спіре, це біла невеста, яка у нас везде росте. Вона дуже красива, коли вона в цвітінні, але коли вона цвіла, її листики теж дуже милі і приємні, з ними хорошо и красиво работать. Вот они дополнение такую зелень нам дают. И вот знаете, мне уже сама конструкция уже подобается. Я очень люблю вот именно такого рода каркасы, они действительно напоминают чем-то гнездо. Так. И всегда мне хочется вот сказать, что... И они самодостатні, да, и что... они абсолютно оригинальні тим, що немає оцих паперових, чи як вони там зараз різноманітні ці всі. А як ви, до речі, от ставитеся до тих букетів, да, які от, ну, можна купити, придбати на цих цветочных рынках и так и решта. Ну, вы знаете, всему есть свое место. Ну так, есть да. Опыт, есть и да, конечно. Пропозиция. Букет, завернутый в бумагу, он тоже очень красив. Самое главное, как это сделано. То есть нет, вот как цветок, когда меня спрашивают, какой цветок у вас самый любимый. Нет у меня любимых и нелюбимых цветов. Точно так же, как нет любимых и нелюбимых так, техник или композиций. Все может быть очень красиво. Главное, как это сделано. Все должно быть сделано качественно и профессионально. И потом уже в бумагу это завернуто, в целлофан, во что-то натуральное. Это уже не важно. Главное, чтобы это было действительно сделано профессионально. А как долго вчитися на флориста? Ну, скажем так... Идея цьому навчають, до речі. Учат у нас этому, в принципе, и мне сейчас очень это сложно, потому что много школ у нас есть в Украине, которые обучают флористике. Учиться, ну, начальный курс практически он занимает там неделю. Это первый курс, после здесь которого... Здесь это такие прикладные, да? Да, да, это первый курс, после которого уже можно, в принципе, начинать делать букеты. И многие на этом останавливаются и уже открывают свой бизнес. Но, скажем так, для того, чтобы дальше развиваться, конечно, нужно проходить больше. Вот там тоже обучение в школе Айя Жагарини длится больше 2 лет. Это, ну, разные сессии, семинары, на которые собираются изучать разные техники. За великим рахунком можно сказать, что флористу треба, ну, весь час навчати. По сути, флористике нужно учиться всю жизнь, потому что возникают новые техники, появляются новые цветы интересные. Очень много интересных появляются разных нововведений. И всегда, то есть флорист, он, ну, как и любой профессионал, который хочет быть всегда на гребне волны, должен совершенствовать свое искусство, свое мастерство. А вы мне скажите, вот зараз вы складаете букет, да? Ну, я бы не назвала это навіть букетом, я бы назвала это такой композицией. Вы
перед тим, як оце все робити, ну я ж розумію, ви підібрали квіти, ви підібрали оце гніздечко, да, каркасне. А ви вже знали, яким він буде виглядати? Чи от зараз, коли ви його збираєте, ви вже компонуєте кольори, ви вже компонуєте, як ці квіти між собою поєднуються? Нет, ну, конечно, изначально я уже предполагала, каким будет букет. Единственное, скажем так, может быть, количество цветов, которые я сюда поставлю, я еще не знала точно, такое или больше. Но уже цветовую гамму, то есть какая это будет форма, это, конечно, я уже как-то знала. Уже склала заздалегідь. Да. А что вам больше подобается? Вот все-таки композиции, вот такие, как вы робили в Швеции, чи букетные варианты? Ой, это невозможно сравнить, потому что на композицию, на вот такой большой объект уходит очень много времени, он делается практически 2-3 дня. А букет – это такая, можно сказать, ну вот, сейчасная радость. Это то, что ты делаешь сейчас. И недаром говорят, что флористы и еще, по-моему, парикмахеры – это самые счастливые люди, потому что они сразу видят результат своей работы. И отримывают от этого позитив. И это я могу на 100% сказать, да, это так. То ваше ремесло, оно еще и лікує. Да. А вам не жалко потім, да? Все ж таки ви працюєте, за великим рахунком, ви завжди працюєте з живою квіткою. Але вона ж має свій термін. И она потом вяна, и она потом умирает. Вы знаете, это такой философский вопрос, о котором действительно, ну вот, пройдя какой-то определенный этап, ты начинаешь задумываться, что действительно умирают, и мы долго об этом говорили, даже мы так, шутка у нас была, сколько цветов за всю свою жизнь мы так испортили. Но потом я так подумала, и цветок, он все равно умирает. Он умирает на кусту, когда растет. Так, то есть есть те термины вот цветения, есть период его жизни. И вот в тот момент, когда он так прекрасен, мы стараемся, наоборот, занести его в дом, приблизить его к людям поближе. Угу. Потому что не всегда есть возможность сходить в парк, посмотреть на это. А именно покупая или даря букет, люди уже как-то гораздо ближе становятся к природе. І наслаждаються іменно вот этим цветением. Я з вами погоджуюся, тому що коли квітка дійсно вона зів'яна все одно в тому ж кущику, да, чи на тій галявинці. А так ти її, нібито ти її продовжуєш її життя, нехай коротке, однак дуже-дуже яскраво і насичено. Совершенно вірно. От іменно от цвітів у них коротка, але дуже красива життя. І в цей момент вони іменно дарять нам свою радість, красоту. Пчелам дарят мед и нектар, то есть ничего не проходит даром. Для чего-то эти цветы растут на этой земле. Так, и мед для того, бджілки роблять, щоб ми його їли. Скажіть мені, будь ласка, літо – це от літо, весна, початок осені, да? Це дуже благодатна пора для флориста. А взимку як от ви? Немає петрушки, та яка росте на городі, да? Да. Немає того бур'янчику, який теж можна от застосувати. Ви якось перелаштовуєтеся, скажімо так, на сезонність? Да, зимой немножко сложнее, менше от такого матеріалу живого, но зимой хорошо тем, что есть шишки, есть ветки, есть мох, тот, который мы собираем еще с осени и храним у себя. То есть флористика – это, за великим рахунком, не лише жива квітка, да? Це ще і засушений матеріал. Флористика, да, это мы, флористы работают с любым материалом. А можна поєднувати в одній композиції, скажімо так, в одній композиції я допускаю, що можна і навіть потрібно. Живий і неживий, засушений, да? Або неживий. А в букеті наскільки доречно буде, це я вже переходжу до таких уже прикладних порад, поєднування живого і неживого, штучного? Тут все живе, бо це висушене. Да, но это тоже сухой матеріал. Так, він природній. Опять-таки ж хочу повториться, в профессиональном и хорошем сочетании возможно все. Можна опанувати цю професію самотужки? Зараз всесвітня мережа віддає можливість опанувати будь-що. От як би ви, як професіонал, як людина, яка вже прийшла, яка має неабиякий досвід, до речі, оцінений на міжнародному рівні досвід, як ви можете сказати, от хтось захоче, та, що мені, я сам, зможе? Ну, наверное, сможет, если человек талантлив.
Но все равно, как любой профессии, все-таки лучше это все делать с мастером. М'ятою пахне, слухайте. Да, вот я сюда поставила мяту. Як пахне м'ятою. Перебила вас так. Ну, мне все-таки кажется, что любая профессия лучше осваивается рядом с учителем или преподавателем, потому что как бы ни был интернет и все вот эти прекрасные видеоролики, угу. все равно каких-то тонкостей, вот секреты. Мастерства, секретов все равно Ютуб не раскроет. А часто подглядаете в когось таке, що потім собі перебрати? Чи, можливо, у вас більше підглядаєте? Я даже не знаю, просто в нашей профессии... Есть такая конкуренция, да? Конкуренция, конечно, есть. Но в нашей профессии сложно что-то придумать абсолютно новое, потому что все, когда думают, ну как, все на одной волне, и, скажем так, идеи такие же замечательные приходят всем сразу. А флористика – это больше коллективная такая работа, чи индивидуальная? Вот вам, как легче, краще? Можливо, зручніше працювати в команді, чи я сам на сам. Я розумію, що композицію, коли ви створюєте, все одно є ідея, і в кожного ж вона своя, вона чимось відокремлена. Як знайти компроміс, якщо... чи все ж таки кожен працює сам на сам? Ще й плющом зараз зав'яжемо. Ну так, да, мені ще хочеться додати плюща, все-таки у нас тут є круглі форми, плющ такої ж круглої форми, він доповнить наш букет, зробить його більш романтичним. Романтичним. Так все ж таки, як вам? По поводу, ви знаєте, як-то я над цим ніколи не думала, є різні роботи. Є робота, коли ти робиш букет, тобі достатньо самого тебе. Угу. Потому что это все прекрасно делается. Но есть большие проекты, где сам ты просто не справишься. То есть для этого тебе нужны твои помощники, для этого тебе нужен коллектив, который Останні тебя понимает. Штрихи и демонструем нашу работу. Угу. Смотрите, какая краса у нас вышла. Я бы это назвала еще в какой-то такой, знаете, букет мавки. Або навіть нареченої, особливої, знаєте, така тематична весілля. Да, пані Олена, я вам букетом. Надзвичайно вдячна. Я хочу, знаєте, приходьте всі на День міста, да? Коли буде проводитися да, у вас. Вот, от приходьте раз... всі, от просто долучіться до цієї краси. І, можливо, вона дійсно врятує наш світ. Це була програма «Час порад». Ми з вами прощаємося. Дякуємо Олені. І зустрінемося обов'язково ще наступного разу. Дякую. Thank you.